Немного пудры, теней, блеска. Мейкап на каждый день готов. В Химках провели мастер-класс по макияжу. Сначала первая часть у нас будет – это уход за лицом. Затем у нас будет модель, прекрасная Татьяна. Мы подготовим кожу к макияжу. И после этого я покажу уже на Татьяне, как же можно сделать экспресс-макияж быстро, буквально в течение 10-15 минут. Это очень актуально сейчас для каждой, наверное, девушки в таком вот активном ритме. Очищение, увлажнение, тонизирование – три главных правила ухода за кожей. Важно выбрать свое средство по типу кожи. Это подготовка, база для любого макияжа. Свежесть лица – в первую очередь заслуга тонального крема и пудры. Пудру надо хорошо положить, то есть ее надо прям вот зафиксировать на коже. Это позволит либо вот такие вот движения, либо вкручивающие. Смотрите, она у нас уже стала матовая. Елизавета Писаренко, школьница, не любит броский макияж. Натуральный – вот что сегодня в моде. Очень интересно, потому что можно узнать что-то новое, или если ты увлекаешься, то узнаешь что-то даже для себя новое, какие-то детали, может быть, нюансы именно вот этого, ну, именно какого-то ухода или каких-то, ну, базовых техник. Техник макияжа действительно много. Это не последний мастер-класс. Стрелки, смоки-айс, нюд – все это только предстоит узнать девушкам. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.